Столкновение с лосем равносильно удару о бетонную стену. Масса крупной особи достигает 600 килограммов. Легковой автомобиль после такой аварии чаще всего восстановлению не подлежит. Животное почти всегда погибает от травм. В конце весны и начале лета лоси активно мигрируют. За городом сахатые нередко выбегают на дорогу, а водители не успевают среагировать и затормозить. Поэтому стоит быть предельно внимательными за рулем, особенно в зоне действия специальных знаков. Нарушение водитель может быть в том случае, точнее, будет в том случае, когда еще имеются, как у нас в городе, предупреждающие знаки. То есть осторожно, возможный выход на дорогу диких животных. То есть надо быть особо внимательным. Особенно если лесополоса исключает возможность, там так, возможность водителю просматривать на какое-то расстояние в лес. Более 50 ДТП с дикими животными произошло в регионе с начала года. В Сарове за этот период аварии не зарегистрировали. Однако, по словам госавтоинспектора, они случаются каждый год. В Минлесхозе также напомнили, что подходить к сбитому зверю опасно. Животное нельзя забирать. Это приравнивается к незаконной добыче. Размер ущерба за сбитого лося – около 80 тысяч рублей, даже если авария произошла вне зоны действия знака. Он полностью покрывается полисом ОСАГО. На прошлой неделе в Сарове зарегистрировали 10 ДТП с материальным ущербом, 2 с пострадавшими. И на улице Бессарабинка женщина-водитель управляла автомашиной «Шкода Рапид», не ступила дорогу мотоциклисту с поворотом налево. В результате столкновения мотоциклист получил телесные повреждения, был госпитализирован. На Южном шоссе 34-летний водитель на Kia Rio превысил скорость и не учел условия движения. Потерял управление и съехал с дороги и опрокинулся. С травмами мужчину госпитализировали в КБ-50. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.